Здравствуйте. Здравствуйте. Какая честь. Давно не отдыхали? Давно. Самолет стал трудно переносить. А почему бы вам не податься в тундру? Мне тундра не нравится. Я ее обслуживаю, мне достаточно. Вот, посмотрите. А что это такое? Цветные фотографии. Утро в горах, туман, лесное озеро. Никто не верит, что это наши окрестности. Да. А кто это женщина в тумане? Моя жена. Ущелье, бурелом. Здесь тоже моя жена. Mm-hmm. Она тогда еще ходила со мной. Потом ей надоело. На природе забываешь обо всем и приходишь в себя. Я это понимаю. Мне надо прийти в себя. Июль – подходящее время. Трава растет сантиметрами, гнездятся птицы, появляется можжевельник, брусника, куманика. Кстати, очень вкусна. Мне хотелось повидать Старосельского. Сегодня 5 июля. Почему он не уезжает? У меня другие сведения. Он уезжает. Четверг после бюро горкома, на котором вы присутствовали, да, он сразу телеграфировал в согласии. Это точно, что? Это абсолютно точно. Так. Извините. Я еще загляну, возможно. Будьте здоровы, Игорь Павлович. Будьте добры, никого не пускайте. Хорошо. Здрасте. Здрасте. Доброе утро. Что за люди в приемной? Грузчики. Грузчики. Зачем? Вы их вызвали, чтобы они унесли вот это дерево. А к чему такая спешка? Не знаю, не знаю. А кто же тогда отдал это распоряжение? Я. Давайте поговорим, давайте. Меня никто не уполномочил собирать вас. Но вечером или утром мы так или иначе осиротеем. Ну, если вас никто не уполномочил, то... Медлить нельзя, медлить нельзя. Старосельского, считайте, у нас нет. Нет, он уже гость. Надо четко спланировать то, что срочно. Интересно, кто же ведет это вот совещание? Вы? Нет, не я. Мы все. Мы все. Это смешно. Кто-то же должен взять на себя ответственность. Пожалуйста, садитесь за этот стол, я буду только рад. Да, садитесь, садитесь, Павел Иванович. Тем более, что в итоге за этот стол усядетесь вы. Плинер стар, а я слишком молод. А вы хотели бы занять это кресло? В принципе, да. И не скрываю этого, в отличие от вас. Выражайтесь, пожалуйста, поаккуратней. Мне пока ничего не предлагали. Я привык высказываться. Заметьте, я никогда не повышаю голосом. С товарищами групп не бываю. Обходителен. Советую вам
усвоить этот стиль, если вы хотите расти. Жизнь – это дорога, Борис Георгиевич. И пейзаж разный. И пейзаж, кстати, меняем мы. Вот. Я считаю, что Старосельский не должен уезжать. Причина отъезда его не украшает. Вы знаете причину? Да. Я собираю, так сказать, свой гербарий и делаю выводы. Вы что, ботаник, энтомолог? Я психолог. И если у нас нет на сегодня единоначалия, я совещаться отказываюсь. Восхищен. Вы умеете ждать. Все к вам придет само, а? Ну что ж, ну что ж. Мне бы хотелось, чтобы мы его проводили с добрым чувством, с любовью. Нельзя, чтобы он уехал травмированный. Конечно, как же иначе? Коли он поедет, то надо в коллективе собрать деньги на подарок и сделать, знаете, такую гравировку. Гравировку можно не делать. Как смешно. Сегодня истекает срок. Сегодня он должен сидеть в своем кабинете в Москве. И вот из-за этих проклятых льдов он схватил вертолет и умчался в Матарамку. Так не хотите совещаться? А если река замерзнет и перестанет возить так, как мы этого хотели бы? И еще будут потеряны дни, и начнутся снежные бури. Я помню случай. Доставили 10 тысяч унитазов. Кладовщик Матранского порта принял и аккуратно расставил под открытым небом. Налилась дождевая вода в них, потом ударил мороз, и все 10 тысяч унитазов разорвало. Да, знаете, когда вода превращается в лед, так она расширяется. Так это к вопросу о складском хозяйстве, Павел Иванович. К вопросу о дураках, на мой взгляд. Я не сказал бы. Я помню этого парня. Честный, не дурак, но не образованный. Он знал, что такое унитазы, но не знал физики. Речь идет о технической культуре, Павел Иванович. Не надо спорить, ведь это почти анекдот. Не слишком ли много анекдотов? И должен вам сказать, Александр... Матвеевич. Матвеевич, что ваши постоянные анекдоты, притчи, я бы сказал, мешают сотрудникам нормально работать. Но я иногда думаю, что притча или анекдот помогает постигать суть явлений. Вы хотите знать дальше? Я могу предсказать точно. Павел Иванович через несколько дней меня уволит. Ну, и я после этого быстро умру. Боря, велите секретарю прислать грузчиков через 10 минут. Слышите, Боря? Не раньше. Я подреблю. Вы не должны были приходить сюда. Я к вам пришла. Зачем? Вы гоните меня? Я не была здесь год. Мне нужно кое-что выяснить. Сегодня уже не следует выяснять. Сегодня нужны две вещи. Порядочность и тактичность. Вы сами чувствуете, что вам не надо было приходить.
Вы знаете, когда я в первый раз увидела Сергея Старосельского? Тот самый день, когда поселилась в Моторанке. Представляете, как давно? Вы помните год, когда по всему полуострову катилась эпидемия? 4 октября я сошла с теплохода, валил снег, и он меня встретил. Не помню. Встретил, представился. Друг мужа. Муж в командировке. Мне было 22 года. Вы хотите что-то выведать у меня? Вы что, мне нечего сказать вам? Садитесь. Садитесь. Передохните. Успокойтесь. Я глубоко помню Моторанку. Вы были тогда молоденькая, кокетливая. И когда люди на вас смотрели, то им казалось, что вы готовы на все, что угодно. А по существу вы были скромные, трусливые, веселые, общительные, девушка. Память мне не изменяет. Очень вкусно готовили. Вот я однажды был в вашем доме, мне на минуточку нужно было повидать вашего мужа, и вы меня накормили. Не помню. Я хочу подчеркнуть, какая у меня необычайная память. В тот вечер вы занимались домашним чтением. Ваш муж, Игорь Павлович, лежал на кровати, читал толстую книгу. Вы готовили ужин. Сергей Николаевич помогал вам. На нем был фартук. И вы все слушали книгу. И вот тогда я понял, какая у вас хорошая дружба. Я потом встречался с вами. И не раз. И все очень хорошо помню. Вы работали на санэпидемстанции. Вы летали на вспышку кори, на вспышку энцефалита. Теперь, когда вы поняли, какая у меня почти электронная память, не надо задавать вопросов никаких, казалось бы. Спросите у меня, что вы хотели. И уходите. Так будет лучше. Поверьте мне. Почему Старосельский уезжает? Один как перст. Почему? Да, я вот тоже задумываюсь. Почему, почему? Довольно крепкий. Да. Но все имеет конец. И вообще стараются брать моложе. Вот так размышляю. Наш министр его хорошо знает. Это первое. Второе. Мне кажется, совершенно ясно. Должна быть фигура равнозначная. Такой у министра нет. И, наконец, третье. ЦК. Я совершенно уверен, что в ЦК сказали, рискнем ради дела. Вот и все. Вот и такова моя версия. Вам она нравится? Я вам не верю. А у вас есть своя версия? Вас это не касается. Александр Матвеевич, они не могут больше ждать. Вот. Вот это дерево. Выносите его. Выносите. Дела. Подружили. Вот это дерево и вот в эту дверь. Вот это дерево в эту дверь. Ну? Послушайте. А? Нельзя ли солнце убрать, да, а? Верочка, уберите. Скоро вы будете мечтать увидеть хоть краешек солнца, а солнца не будет. А как это дерево сюда вносили? Как вносили? Вот так и вносили, оно тогда поменьше было. Боюсь, сломаем, ветки поломаем. Ну и ломайте, черт возьми. Для чего вас, собственно, сюда позвали? Старосельский приказал, чтобы к утру этого дерева не было. Он дарит его. Мне такой подарок ни к чему.
Пусть стоит вместо тахты, а тахту придется вынести. Окно надо выставлять. Столяр нужен. Академик тебе не нужен? Академик не нужен. Верочка, иди сюда. Верочка, что это у вас с глазами, родная моя? Это ж не похороны, никого мы еще не хороним. Садитесь, Елена Савишна. Вон туда. Это мой кабинет. Это мой секретарь, Вера Евгеньевна. Мой первый зам, Плинер. Чаю хотите? Вера Евгеньевна, устройте, пожалуйста. Вы тоже свободны, товарищи. Стойте. Ну, подождите. Ты что, собственно, хочешь, чтобы они ушли? Погодите минуточку. Хорошо. Чтобы они ушли, а потом вернулись снова? Рехнулись, милостивый государь. Навигация идет. Сентиментальны стали. Плевать нам на эту пальму. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Меня зовут Елена Савишна Циринжапова. Циринжапова. Правильно уловил? Правильно. Да-да, ее первый муж был бурят. Ага. У моих детей глазки узенькие-узенькие. Мы с Сергеем Николаевичем провели в порту 4 сумасшедших дня. Ходил за ним по причалам, как собачка. Совсем не спали. Чай сюда. Вера Евгеньевна, вы, пожалуйста, в 3 дадите мне Мурманск, Архангельск и Кандалакшу. А сейчас в Москву, главсевморпуть. Немедленно. Чай потом. Сюда. И попросите Чанышева и Яранцева. Хорошо. Откинь, пожалуйста, гордину. Позвольте я. Уют должна создавать женщина. Ой, какая у вас гордина замечательная и ткань добротная. Вы знаете, мне здесь у вас все нравится, ну решительно все. И солнце незаходящее, и краски, и вьюга. А люди, да здесь каждый прохожий герой. Вон шофер, видимость ноль, а он едет. Таким образом, вы здесь не первый день. Что вы, я здесь уже полгода. Угу. Представляете, устроилась в молодежном общежитии по блату. Очень хорошо. Прекрасная комната, нам троим вольготно, правда, кухня общая. Но зато мебель модерн. Дома, где я раньше жила, обратилась за помощью в профсоюз. Говорю, помогите мне, пожалуйста, уехать туда, где мои дети людьми станут. Ну, мне же одной трудно. Но они спрашивают, куда, а я подошла к карте. И ткнула пальцем, старалась повыше дотянуться, и на побережье Ледовитого океана угодила. Устроилась в газету. Очень хорошая работа, самостоятельная, интересная. Правда, у меня северной надбавки нет. Зато
Подрабатывай на телевидении, на радио. Если тема актуальна, очень хорошо платит. А вот под эту темочку я получила персональное задание от Всесоюзного радио. Входите, господа, входите. Ну, спросите меня, будьте любезны, как у нас обстоят дела? Ну и как у нас обстоят дела, Сергей Николаевич? Абсолютно плохо. На рейде около 100 судов. 80 сухих, 12 наливных, краны не работают. Путевые проезды превратило в синусоиду, рельсы аж покорежило. В заливе дела вообще швах. 9 судов стоят у Карских воротах, у Амдермы. В Матаранке, очевидно, краны к утру будут работать, но причалы под водой. Павел Иванович, вы следите за телетайпом? Да. Телетайпы стучат день и ночь. Я прошу к обеду подготовить тщательную характеристику всего того, что у нас накопилось. Давайте разберемся, где у нас непорядок, что у нас неблагополучно. Борис Георгиевич. А, да-да. Нечего вам смотреть на эту гражданку, она представитель прессы, и пусть сидит. Пожалуйста. Себе. Товарищ Яранцев, товарищ Чанышев. Чанышев Борис Георгиевич. Елена Савишна, простите, можно спросить? Лучше не надо. Спросите. Не стоит. Спросите, я вам сказал. Поверьте, вполне можно спросить. А почему все стоят? Во время навигации, сударыня, у нас совещание проводится стоя. Это уже стало традицией. 3120 поставщиков в стране. Плюс Япония, плюс Канада, плюс французы. Борис Георгиевич, вы завтра летите в Москву во главе заявочной экспедиции. Я? Удивлены, да. Карты перетасовываются. Когда я исчезаю, вы хотите меня спросить? Да, это не безинтересно. Первым утренним рейсом покидаю этот прекрасный полуостров. С руководством комплекса согласовано, с горком партии согласовано. Охотно отпускают. Даже слишком охотно. Готовы были отпустить еще 10 дней назад. Таким образом, фон барон Старосельский любимому городу просто не нужен. Старосельский снабженец. Снабженец не человек. Главсебмор, путь. Спасибо. Алло. Старосельский Сергей приветствует вас. Как здоровье, Алексей Алексеевич? У нас страшная холодрыга. Чистый север. Меня интересует ледовая обстановка. Ясно. Спасибо. Нет, ледокол у вас не возьмем. Дикая цена за ледокольное обслуживание пугает, между прочим, всех франкированных поставщиков. Всего вам хорошего. Не болейте. Павел Иванович, я сообщаю официально, вы назначаетесь начальником управления. Вместо меня вопрос согласован лишь вчера. Приказ получите через несколько дней. Я хотел бы это с вами обсудить наедине. Обсудим. Впереди день и ночь. Буду вами, так сказать, руководить из Москвы. Руководить нами за 4000 километров, это все равно, что целовать женщину через стекло. Да, Павел Иванович, к концу дня соберите коллектив. Попрощаюсь. Ну вот и все. Работать, мальчики, работать.
Задержись, пожалуйста. Мне нужен анализ. Что у нас на базах по дефицитам? И потом эти суда в Карских воротах. Послушай, пойди на рацию, свяжись с флагманом. Давай пустим сюда мимо мыса желаний. А ты помнишь, что у тебя там, на тех судах? Да, возьмем две штуки самолетами из Мурманска. Так дешевле обойдется. Что притихли? Осерчали, небось? И стоит. Сергей Николаевич, встаньте, пожалуйста. Наклонитесь. Ну, наклонитесь. А? Вот так позвоночник больно? Нет. А если сильнее? Нет. Говорите правду. Больновато. Чуть-чуть. Сделайте так. Отклонитесь и резко вперед. Ну что вы очки втираете? Совещание по традиции проводится стоя. Да вы сидеть от боли не можете. У вас самый настоящий остеохондроз. Причем тут традиция? И все-таки это давняя традиция. Значит, и остеохондроз давний. Эх, попались бы в мне руки. Я бы вас выходила. Я одного мужичка на Аркане в больницу затащила. Думала, для себя выхаживала. А оказалось, для другой, для молоденькой. Правда, он и сам помолодел после лечения. Вот так. 5 лет одна. Ловлю их, ловлю, а все непутевые попадаются. Спасибо, Вера. Спасибо, спасибо. Руки можно помыть? Да, вон туда идите. Там и душ есть. Скажи, пожалуйста, зачем она тут нужна? Ну, прекрати. Мы несколько дней провели вместе, рядом. Неожиданно появилась откуда-то. Держалась достоинством, все время веселая. Понял? Вроде бы понял. Но у тебя времени нет. Времени. Слушай, это правда. Говорят, ты был мастак по женской части. Слухи верны? Ты не поп и не доктор. И мне нет никакого дела до этой женщины. У нас предстоит труднейший день. Ну, ничего, ничего. Мне немного жаль. Женщина, которая даже алиментов не получает от мужичка, у которого позвоночник болел. И хочет. Билет заказал? Нет. А вещи уложил? Слушай, у тебя действительно позвоночник болит, а? Слушай, не молодой романтик, тебе надо здесь жить, здесь. Четверг после бюро я часть вещей уложу. Знаешь, Плинер, не могу понять, что со мной происходит. Пока работаю, бегу. Все нормально. Остановлюсь на шаг, и мне кажется, что я сам с собой играю в какую-то ненужную, глупую игру. Что я могу сказать? Все это как сон, черт возьми. За 10 дней я ни разу не поверил в реальность своего отъезда. Сейчас не верю. В феврале мне будет. Я должен осваивать.
новое дело. Твое служебное положение не изменится. Не тревожься. Это уладим. Ты идиот! Меня не надо пристраивать. Я никогда из милости зарплату не получал. У меня по всей стране внуки. По всей стране дети. У меня есть о ком заботиться, в отличие от тебя. Ой, 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 я забудь, я глупость сказал. У тебя все еще будет, все. Я хотел спросить. Ну? Вот о чем. Ну? Лида не звонила. Ну да, если звонила, ты промолчишь. Старческое упрямство. Здесь был ее муж. Игорь? Не может быть. Он сказал, что ему хотелось бы поговорить с тобой. Ну, для правды это слишком роскошно. А мне бы хотелось с ним поговорить. Не знаю, почему мне это хочется. Ты вот чувствуешь свою вину. Вы друзья были, друзья. Нет. Нет, вины не чувствую. Я любил ее еще в Матаранке. Игорь действительно был мне другом. И она была моим другом. Я имел право только молчать. Не знаю, чем бы все это кончилось, но нас Бог развел. Они уехали Чарандайку строить. Я в город перебрался. Все к лучшему, думал я. Потался по полуострову. И чтобы покончить с этим, я сделал все за те годы, пока мы не виделись. Женился на доброй, анемичной женщине. После развелся тихо, незаметно, когда обоим уже стало не в моготу. Когда я окончательно вернулся в город, они тут представляли необычайно благопристойную пару. Наша дружба с Игорем тогда же и кончилась. В дом я не ходил. Товарищество мне пользовался. Если хочешь знать, я сам пошел на обострение. Правильно. Ты хотел отнять у него жену с чистой совестью. Чушь. Никаких надежд у меня тогда не было. Я просто знал, что сохранять отношения я не имею права. А может, долг хотел отдать. Какой долг? За что? За то, что ждал ее миллион лет. Она должна была сразу уйти. Иначе я не мыслил, Плинер. Да, я должен был пойти к Игорю и поговорить с ним. И поговорил бы. Но она просила дать ей время. Только время. И каждый раз мы прощались, как навсегда. Каждый раз она говорила, это последний раз, и свято верила в это. Месяцами не виделись. Однажды не виделись 8 месяцев. Почти год. А жизнь одна. Все мои ультиматумы, все мои просьбы стоили 3 копейки, когда я видел ее такую. И вдруг забыла об осторожности. Такой смелой может быть только женщина, которая решилась. Открыто, не боясь, появлялась со мной. Это было в Южном порту. Ты не знал. Мы туда вдвоем летали на открытие пионерлагеря. Знал. Прошлый июль. Вот в это время.
добрая, щедрая. Она вообще очень добрая. Когда вернулась, сказала, сегодня приду навсегда. Так просто сказала. Улыбалась, но я почувствовал, что она на пределе, потому что когда пошла, вдруг заплакала. И не пришла. 5 утра позвонила, сказала, не жди, не ищи. Все. О, у меня голова пухнет от всего, что я обязан до утра сделать, и не сделаю, видно. Не успею. Скажи, пожалуйста, Шумскому, пусть звонит мне через каждый час. Меня очень тревожит уровень реки. Черт знает что. Я не знаю. Как я могу уехать? Ты знаешь, я... Сергей, ты никогда так откровенно не говорил. Я ищу ту связь, которая... Ну, возможно... Ищи. И каких связей? И перестань ее ненавидеть. И кто не виноват? И никто не гонит меня. Не верю. Мое дело. Сергей Николаевич, там у вас телефон. Я с ребятами своими говорю. Можно? Можно. Можно, можно, все можно. Вина – это слишком простое слово. Дело не в вине, а в том, что он держался безукоризненно. Он все стерпел. Какой бы он ни был человек, а держался он мужественно. Я знаю, Плинер, что он пережил. Если бы я мог уплатить, тогда все в порядке. Но дело в том, что за это уплатить нельзя. Не забудь про эти суда Карских ворот. Да. Внимательно выслушай, что тебе скажет флагман. Да. У них должны быть новые данные ледовой разведки. Все. Да? Старосельский интересуется жизнью. Штопаем. Не понял. Я сказал, штопаем эстакаду. Это общие фразы, Анатолий Викторович. Ну что вы на самом деле? Сергей Николаевич, вы же только час назад от нас улетели. Ну что, давайте сверим часы. Ну, на моих 11. Значит, я улетел 2,5 часа. Ну, сколько наштопали? Сколько метров? 1 минуту. Меня интересует не столько метра, сколько ваша способность жить в заданном ритме. Дергать людей ежеминутно. Не дергать. А знать. Надо... Помнить драму 69-го года. 200 барж вмерзло по всей великой реке. Часть кораблей зимовала в протоках. И мы кормили экипажи с помощью вертолетов. Вы, разумеется, помните, Анатолий Викторович, но я обязан напомнить вам эту драму. Треть наших грузов вмерзла в лед. Треть! И вы знаете, какой кровью они обошлись. И сколько спасательных экспедиций направлялись с материка. Вы слушаете или отключились? Я слушаю выговор. Это не выговор, я вам верю. Сейчас выясню точный метраж. Потом, я тоже вас дергать не хочу. Я позвоню через 2 часа, я только прошу считать минуты, иначе наша годовая программа пойдет прахом. Ни пуха, ни пера. К черту, Сергей Николаевич.
Спасибо. Может, домой смотаться? Ребятам суп сготовить? А они что у вас? Без горячего живут? Ну что вы? Они все умеют сами. Нам иначе нельзя. Хм. Хотел бы я их увидеть. Спасибо. Нет, я останусь. Иначе я вас не уловлю. Ну, а вдруг получится? Сразу журналистская репутация, заработок. Для меня это экзамен. Обязательно получится. Вы поговорите с моими сотрудниками. А вечером вдвоем посидим. А с этим старичком можно поговорить? Советую. Вторая дверь. А что такое? Что вы так сникли? Вам ведь ужасно некогда. Сергей Николаевич, гоните вы меня. В шею, честное слово, гоните. Я ведь от этого увереннее буду. Ведь от того, что у нас эти 4 дня были, от этого ведь ничего не изменилось. Я так не считаю. Да бросьте, Сергей Николаевич. Это в вас тоска. От тоски у вас эти милые выводы. Неужели улетите? Ровно через 21 час. Вот я когда-то взял росток, посадил в бочку. Мне его самолетом привезли. Вот эти ветки выросли, когда я был замначальника комплекса по строительству. Вот те 3. Был главой энергетиков. Очень случайное назначение было. Эти, когда строил дорогу на Моторанку. О, как я был тогда нужен. Разыскивали по радио, по всей трассе, каждый день. А теперь не нужен. Ну, правда, наградили орденом в прошлом году, для порядка, к 50-летию. А вот эти ветки, когда порт отстраивали, и был я тогда директором порта. А вот крона за последние 7 лет вымахала. И все последние 7 лет ваш покорный слуга работает начальником управления материально-технического снабжения. Сергей! Телеграммы. Я приказал судам идти мимо мыса желаний. Ладно, пойду. Ой, надо еще в редакцию забежать. Так можно явиться? В любое время. Приемный сидит Лида Горчакова. Дай команду проверить лес и железобетон. Немедленно молнию в Москву Гнедышеву. Вера Евгеньевна, давно ждет Горчакова? Давно. А почему Шумский не звонит? Моторанки, падение реки, сантиметры. Вы слышите, причалы низкой воды будут стоять? Да, похоже так. Я не понимаю вашего благодушия. Вы знаете, я как-то не люблю волноваться. Чувствую, что попал к вам не вовремя. Вот данные о накоплении. Садитесь. Вера Евгеньевна, скажите Горчаковой, ну пусть позвонит мне. Хорошо. Скажите, Сергей Николаевич, Старосельский просит извинения. Нет, не так.
Скажите, что я сам ее разыщу по телефону где угодно после 4. Извините, Павел Иванович, нам действительно пора поговорить. Вы принимаете управление в приличном состоянии. Так мне кажется. Если, конечно, река нынче нас не подведет. Чем бы я занялся зимой, если бы не уехал? Складским комплексом. Знаете, я считаю, нам нужен механизированный учет. Информация о поступлении грузов записывается на магнитную ленту или перфокарту и закладывается в память ЭВМ. Не знаю, меня как-то греет и волнует эта идея. Наверное, мне не хватило воли. Может, у вас хватит. Вы получите прекрасный оперативный контроль за уровнем запасов. Однако первейшей задачей, Павел Иванович, я считаю увеличение контейнерного парка. Мы имеем 100 тысяч единиц, побольше, скажем, чем Министерство речного флота. Если вы построите еще 50 тысяч контейнеров, вы будете в полнейшем порядке. Мне несколько грустно, но ничего не поделаешь, надо подбивать итоги. Так что вам придется потерпеть и мой тон, и мои нравоучения. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Павел Иванович, вы Плинера уволите? С удовольствием бы. И в первую же минуту. На многих предприятиях, вы это знаете, часто мы сталкиваемся с трудностью при введении вычислительной техники. Мешает этому старые практики. Вы со мной, кажется, не согласны. Не согласен. Это догматический вывод. Это вообще не разговор. Я думаю, Плинер не нуждается в вас. Я думаю, Павел Иванович, вы в нем нуждаетесь. А вообще ни старость, ни молодость не определяются суммой прожитых лет. Я последнее время, куда ни ткну пальцем, все время натыкаюсь на этаких молодых старичков, которые крайне озабочены исключительно личной карьерой. Спорить не стану. Ну, отчего же, спорьте. Нет, не вижу смысла. И потом, Плинером мне увольнять не придется. Я назначение не приму. Не примите? Категорически. Если это игра, кокетство, то у меня для этого времени нет. Насколько серьезен ваш отказ? Предельно серьезен. Обоснуйте. Вы представляете, в какой сложной ситуации вы делаете это заявление? Не справлюсь. Обоснуйте. Осторожность помешает. Я слушаю, Павел Иванович. Я хороший исполнитель. А исполнительный руководитель равносилен лодырю. Исполнять несложно. Мне 44 года. Я экономически неплохо образован, но всегда был вторым. Где бы я ни работал, я служил заместителем. Конечно, многое понял. Я давно понял, что руководитель не должен сам много работать. Работать должен аппарат. Но для того, чтобы заставить работать аппарат, руководитель сам должен много работать.
и принимать решение. В последнее время я с трудом принимаю решение. Это осторожность или трусость особого рода. Я буду долго колебаться, выжидать, менять решение, и за мной многие не пойдут. За долгие годы работы я привык быть исполнительным. Меня считают поэтому хорошим работником. Если меня назовете номенклатурным замом, я не обижусь. Но я в петлю не полезу. Можно не продолжать. Мне всегда казалось, что вы умны. Спасибо. Мне кажется, что я не ошибся в вас. Спасибо. 2 года назад, когда вы перешли к нам, я слышал от работников угольного управления, что вы честный человек. И я вас взял. А мои деловые качества не имели значения? Я говорил сейчас о ваших деловых качествах. Честность всегда была деловым качеством. Вы хотите понять подробности вашего перехода к нам? Да, интересно. Ваша кандидатура, мне помнится, возникла в связи с тем, что на всех активах вы выступали с критикой в наш адрес. Вам дали неплохую характеристику. Сухарь, тихоход, но безотказен и исполнителен. А то, что честны, так это первостатейно. Скажите, а вы твердо будете стоять на своем решении? Да. Твердо. Во всех инстанциях будете тверды? Да. Вы были против моего назначения? Против. Мне секретарь передала, но, видишь, я очень помешала, Павел Иванович. Да нет, мы и закончили. Я свободен. Ну, садись. Когда твой самолет? Думаю, первым рейсом. Отлично выглядишь. Ты тоже. Это большое повышение. Формально, да. А неформально? Неформально тоже. Весь вопрос в пределах самостоятельности. Я сегодня подумала, как поздно узнаешь значение того или другого. Как жизнь плохо не складывается, но как-то она складывается. И постепенно привыкаешь к этому как-то. Даже удобно. Не надо никаких немедленных решений. Узнала про твой отъезд. И вдруг все высветилось. Все размеры потери. Какая разница, Лида? Ведь все равно.
Выходит, есть разница. Значит, твои волнения уже только в том, какая у тебя будет самостоятельность. У тебя есть идеи? Честно говоря, еще не начинал думать. Привряд ли это интересно тебе? Что мне было интересно всегда. Новые идеи, Лида, они же вечно старые. Вопросы кооперации, стоимость перевозок или эти суда Рора-Рора. Ведь навигация у нас такая коротенькая. А что это значит, Рора-Рора? Это по-французски, кати-выкати. Суда с аппарелью на корме, груз съезжает. Не нужны краны, причальные стенки. Или суда с плавучими контейнерами, их подталкивают, выстреливают. И гони по всей системе мелких речушек. Честное слово, ты хорошо выглядишь. Тебе холодно? Лучше бы ты меня не спрашивал, дорогой мой. Пальцы дрожат, вот что. Ничего, я сейчас сяду, успокоюсь. Подержи, пожалуйста, мои руки. Ну все, спасибо, довольна. Спасибо тебе. Как ты намерен поступить с мебелью? Можно отправить малой скорости, у тебя превосходная мебель. Или решил продать? Я так и сделаю, только попрошу кого-нибудь. Знаешь, очень хорошая мысль. Не очень хорошая. Знаешь, что думаю? Ты не готов к отъезду. Ну что ж, такая перемена для любого проблема. Но если собрался... Я должна предупредить себя. Вчера я решила, что сегодня ты придешь к нам. Мы слишком старые друзья. Мне казалось, в этом есть большой смысл, и это красиво. Кстати, фраза насчет друзей принадлежит не мне, это Игорь сказал. Выходит, он был не против. Я бы сказала так, не очень против. Словом, взяла отгул, утром спекла пирог с муксуном, тортик, сделала салат и поняла, что нельзя. Короче так, Игорь придет сюда. Зачем? Хочу понять, почему ты должен ехать подыхать туда. А если не подыхать? А если ты к этому не имеешь никакого касательства? И если это необратимо? Тогда попробуй понять, из-за какой необратимости ты должен подыхать там. Когда-то трое мы умели говорить прямо. Какая-то глупость. Не выгонишь же ты его. Он придет через 3 минуты. Я раньше пришла, но это Цербер твоя. Приемная полно народа, она вообще к тебе никого не пускает. Я пока принимать не буду. Направляйте всех к Плинеру. У него это журналистка. Свяжите ее с отделами. Одну минуту. Архангельский Кандалакшу переключите на Плинера. Мурманск дайте мне. Когда у нас сбор коллектива? 17:30. Спасибо. Не понимаю, он всегда такой точный. Спасибо.
отбор коллектива – это что? Буду прощаться. Помнишь, в Южном порту? Не плачь, Лида. Я не плачу. Сегодня еще не заплачу. Там все было замечательно. Лес настоящий, трава, мои дети, ты. Все как в фокусе собралось. Я ведь не соврала тебе тогда на аэродроме, что в ту ночь совсем приду. Силы кончились. Ты испугалась. Тебя всегда охватывал страх перед решающим шагом. Ты умеешь проявлять инициативу, но также хорошо умеешь вовремя остановиться. Знаешь, если мы оседлаем сейчас нашу любимую тему... Я сам не хочу об этом говорить. Я целый год думала, как тебе объяснить. Я ждала вспышки, злобы, крика, но ничего не было. Передо мной сидел убитый горем человек и тихо, как брат, объяснял мне, что такое, когда женщине 40. Сказал, что все забудет. Это странно, но мы сидели... И говорили, как будто хотели помочь друг другу. И нельзя было с аэродрома идти домой. Было такое чувство, что вот надо пойти и сказать прямо. Зачем, если без того уже все было накалено? 2 года Игорь жил в своем домашнем кабинете, сам стелил себя на диване и молчал. Ты удивлен, мой дорогой? Моя беда, мне упрекнуть его не в чем. Поздно. Все к нам слишком поздно пришло. Конечно, я струсила. Ты прав. Я предала тебя. Знаю. Все время думала, что люди скажут. Ведь каждый второй знакомый. Ты сам был однажды виноват. Помнишь? Помню. Я не хотела вспоминать об этом, но если бы ты не испугался тогда. Игорь идет. Я вот что хочу сказать. Пусть меня нет. Пусть нет тебя. Пусть никаких отношений. Пусть, наконец, вражда, если ему так нравится. Но уезжать не следует. Запомни мои слова. Для тебя это страшно. Что в Моторанке, Сергей? Льды сошли. Это я знаю. 9 причалов под водой. Так. Садись, Игорь. Там у тебя в приемной активная боевая жизнь. Где ты откопал такую грозную секретаршу? Она давно со мной. Сейчас ехал сюда, думал, сколько лет, как мы познакомились? 25, да? 26. Я даты хорошо помню.
20 апреля нам дали комнату на двоих в Моторанке. 3 года вместе прожили. 7 декабря я в отпуск улетел. 21 декабря мы с тобой регистрировались в Липецке. Почему ты медлишь с отъездом? Что тебя держит? Его держит дело, в которое вложена его жизнь. Я задал простой вопрос, Сергей. Нет, это не простой вопрос, Игорь. Но в одном ты действительно прав. Я подзадержался. А что, тебе что-нибудь мешает говорить честно? Скажу. Знаешь, я раньше не знал цены того, что у меня тут было. А сейчас, в момент безумного роста моей карьеры, кажется, знаю. Ну, вот и все. С одной стороны, знаешь, привычка. С другой, инерция возраста. Ничего, приеду, поселюсь. Утрясется. Я даже уверен, что утрясется. А где поселишься? О квартире подумал? Успею. А в связи с чем такие вопросы? Обидно, что ли? Просто хочу понять. Как тебе ответить? Мы с Лидой говорим все время. Вчера, позавчера, сегодня до утра. У Лиды свое понимание справедливости и слишком свое понимание личной ответственности. Не надо давать мне характеристику. Я хочу, чтобы все стало ясно. Послушай, Сергей, из нашего города нельзя уезжать. Это такой город, дает мощный заряд энергии, вместе с тем... Фокин уехал, через год умер. Отсюда можно уезжать в 30-40. Пока еще мало отдал. Да помнись, я же не на пенсию еду. Да, но кончится пенсией. Ты ведь не зря говорил о пределах самостоятельности. Ясно почему. Кто тебе сказал, что ты создан для кабинетной работы? Думаю, все это чистейшая мистика. Ну что ж, если честно, я так же думаю. Вы говорите о физическом состоянии. Вспомните, с чем и зачем вы сюда ехали. Разве исключительность задачи, которую вы себе ставили, не грела всю вашу жизнь? И не только вашу. Вы сознательно искали трудности, вы их в избытке получили. Вы дышите воздухом, в котором кислорода меньше, чем на материке. Перепады давления, 9 месяцев в году полярная ночь. Конечно, вы адаптировались и вроде бы ничего не чувствуете. Но попробуйте сказать себе. Задачи мои кончились. Главная цель жизни исполнена. Попробуйте сказать себе это. И вы тут же начнете разваливаться. Так при чем же здесь мистика? Ну, знаешь, мы не скоро развалимся. Ну, дай вам Бог. Слушай, зачем ты его заставила прийти? Он сам пришел. Лида решила, что твой отъезд организовал я. И поэтому ты пришел? По-твоему, это недостаточное основание? У меня ощущение, что мы все ломаем комедию. Ты что, не мог сам ей это разъяснить? Или я понадобился тебе в роли свидетеля? Почему это тебя оскорбляет? Меня не это оскорбляет. Ну, ладно. Не надо ничего выяснять. А то сами об этом и пожалеем. Возможно, ты думаешь так же, как Лида? Слушай, парень, Лида моя жена. Как я должен буду смотреть ей потом в глаза? А ты сам знаешь, что Лида придумала эту чепуху. И она знает. Все. Ну и отлично. И если ты искренен, можно поставить точку. Я рад, что ты правильно понимаешь. Понимаю. Я понимаю, чего ты хочешь. Чего он хочет? Он хочет, чтобы я уехал. И он прав. Только незачем делать вид. И незачем нам было встречаться. Я желаю тебе удачи.
Мне жаль, что ты уезжаешь. Угу. Не врешь? Нет. Но чем скорее уедешь, тем лучше. Скажи, наше бюро тоже испытывало такое сложное чувство? Бюро стояло на позиции разума. Да, ты всегда слишком доверял разуму. А ты что же, недоволен решением? 5 минут вы потратили на меня. Только 5 минут. Ты вышел на магистральную линию, зрелый специалист. Есть опыт, свои методы, способности к обобщению. Здесь ты вырос как личность, тебя заметили. Ты сам подал заявление, наконец, почему бюро должно бревном лежать на пути. Скажи, а если бы я все еще был начальником строительства дороги или замом по капстроительству, вы тоже вот так сразу бы меня отпустили? Нет, не думаю. Сложнее было бы. Вот, вот сейчас ты точно сказал. Сложнее было бы. 7 лет тому назад я почувствовал себя в наших кругах человеком иного сорта. Как будто я служил на обочине в тылу, а вы все на фронте. Эмоции, Сергей, эмоции. Лида, мы идем? Ты сам подал заявление? Да я забыл о нем. Мне год не отвечали. Кто? Министр. Я на 3 дня улетел. Сказал, что устал, попросил меня забрать отсюда как раз. Год назад это было. В июле, в это время. Остальное ты и сделал. Если удобно так считать, считай, что да. Мы ему дали отличную рекомендацию. Считай, что это моя вина. Я предлагаю кончить разговор. Сейчас мы кончим. Нет, давайте только так. Кончим и все. Я тебе сказал прошлой ночью, Лида. Мне это надоело. Мне надоел этот детектив, в который мы играем столько времени. Выбирай слова, Игорь. Что ты хочешь сказать? Как раз не хочу. Очень не хочу, только не вынуждай меня. Если это детектив, то в твоих силах было прервать его. Ты давно мог распорядиться собой как угодно. Очень давно, Игорь. Это не моя вина, Лида. Я люблю семью, и я хотел. Да, Лида, я знал, что ты ему нравишься еще. В Матаранке. Когда ты вернулась с Медвежьего острова, это была твоя первая командировка на остров, я тебе сказал, на Чарандайку едем. Ты удивилась. Помнишь, как скоропалительно собрались? В несколько дней. Это и было мое решение. И я был прав, у тебя уже дочь росла, и ты была счастлива. Ты и потом была счастлива, только запамятовала почему-то. И на Чарандайке, когда Володька родился, и в городе, когда дали санэпидстанцию. Пока Сергей тут не появился, разве ты не была счастлива? Извини меня, мы все выяснили в прошлом году. Пожалуйста, извини, просто меня твой тон задел. Мы не затем сюда пришли. Я сказал то, что сказал. Мне надоело жить в подвешенном состоянии. Я сильно устал. Но если для того, чтобы прийти к какому-то концу, нужно говорить, я согласен. Не волнуйся, Игорь. Ты не будешь жить в подвешенном состоянии. Условия твои выполнены, а больше я ничего не могу. Я тебе говорила. Не могу измениться вдруг, не могу ничего забыть. Я, честное слово, прошу тебя прощения, но, выходит, я правильно чувствовала, с чего это началось. Имею в виду его отъезд. Получается так, что вы поймали его на этом заявлении. Просто изловили. Если ты действительно забыл о собственном заявлении, что же ты на бюро промолчал? А мне, знаешь, невкусно было как-то самому проситься. Я 3 десятилетия почти отдал Северу. И как
Ребенок считал, что я нужен здесь. Нет смысла вспоминать, промолчал бы я или нет, если бы все иначе происходило. Я понимаю, кто-то угадывал твой личный настрой. И, конечно, кое-кто понимал тебя. Но добрая половина членов бюро – это опытнейшие хозяйственные руководители. Ты знаешь, я сам мало понимал, когда перешел на эту работу. И что? Значит, все эти 7 лет я швырнул псу под хвост? Я сам знаю, что это не так. Кирпич по кирпичику, ячейку за ячейкой я переводил это паскудное, неблагодарное дело на индустриальные рельсы. Это же любви требует. Понимаешь? Любви. Да что у вас? Много таких старосельских. Да идите вы все. Мне дело жаль, больше ничего. Что ты хочешь, чтобы я ответил тебе? А я знаю все, что ты скажешь. Есть приказ министра, есть решение бюро, вопрос согласован с ЦК. Это все правильно, это не шутки, но я хочу тебя предупредить, Игорь, что сейчас все не так просто. Кое-что изменилось. И мне нужно с тобой поговорить. Не нужно, Сергей, не стоит. Ну, тогда я приду к тебе в служебный кабинет. Дело твое. Только не стоит темнить. Будь последовательным. Я всю неделю чувствовал, что ты что-то темнишь. Может, я не очень умен, но я знаю, что я говорю. Уезжай. Всем станет лучше. И тебе. Тебя ждет высокий пост. Здесь ты достиг своего потолка. И все это понимают. Мурманск? Да. А кто на проводе? Муравчик. Тогда все переключите на себя. Значит, суть вот в чем. Море нас задерживает. 2 котла БМ-01 нужно вырвать самолетами из Мурманска. Ан-10 по весу возьмет. Неизвестно, возьмет ли по габаритам. Вы Муравчика соедините с металлургами. Он все поймет. Скажите ему, что я под личную ответственность отказался от ледокола, пообещав, что в четверг котлы будут. Линнер приказал купить ящик шампанского, но не сказал доставить куда. Не на квартиру же. Туда. Бытовку. Если ты не темнишь, то почему не подключаешь сразу ко всем этим мурманским делам Яранцева? Дело в том, что Яранцев от назначения отказался. Твоя работа. Ты знаешь, кто сволочь? Ты просто интриган и подлец. Я с самого начала знал, что ты не хочешь ехать. Не хочу. А знаешь что, Игорь? Давай выпьем по рюмке, а? Зачем держишь здесь спиртное? Для друзей. Для каких друзей? А какие ты вопросы задаешь? Въезжая, по-твоему, должен держать свои вещи, если вот уже много лет живу в этой соседней комнате, именуемой бытовкой. Я хочу переговорить с Яранцевым. Почему он отказался? Понял, что ничего не сможет решать. Решение не принимает тот, кто не знает вопроса. Не такой он беспомощный, каким хочешь его представить. Решение требует дела, и все. Любое решение имеет последствия. Он не трус, если даже не врешь. Если он пока риск от себя отводит, то когда человек в первой роли, он себя ведет уже иначе.
И он поведет себя иначе, когда почувствует силу. У тебя своя задача, а нам нужно растить людей. Но растут они только в деле. Ты даже Бориса Чанышева забраковал своего питомца. Мы предлагали Чанышева. Все кандидатуры ты забраковал. С самого начала все до единой. Теперь ясно, почему. Будь справедливым, Игорь. Я и хотел быть справедливым. Я и пришел сюда, как справедливый идиот. Как товарищ. Может быть, все-таки домой пойдешь? Вызови Яранцева. Попробуешь заставить? Я такие вопросы не решаю единолично. И все же я не понимаю. Чего не понимаешь? Ну, я же звонил тебе. У меня были конкретные предложения. Все они неприемлемы, ты это знал. Ты так говоришь, как будто я все заранее предвидел. И отказ Яранцева я тоже предвидел. Ты кого хочешь убедить? Себя? А может, Лиду? Ну, вспомни. Ты просто ставил условия. Я не хотел тебе звонить. Да, может быть, мой тон был не совсем подходящим, но разве дело в словах? Однако, ты говорил о освободите директора медного завода. Освободите директора никелевого завода. Наконец, освободите заместителя директора комплекса Григория Васильевича Жигалина. А все они с основного производства, все первачи. А здесь и нужны. Здесь. Первачи. Индустриального мышления и размаха. Да, ты вправе спросить, почему я звонил тебе? Почему не в дирекцию? Почему не в Москву? Но я думал, что ты что-то сделаешь. Не преувеличивай моих возможностей. Я не первое лицо в комплексе. Ну, ты второе, но не надо быть столь скромным. Я вообще в последнее время путаюсь. Кто у нас в сущности первое лицо, кто второе? Ты танк. Власти тебе не занимать. У меня одно управление. Под тобой их десяток. Но я звонил. Я думал, ты поможешь. Тебе? Да, мне. Потому что ты знаешь меня лучше других. Ладно, я объясню прямее. Ты единственный, кто знает истинную причину моего согласия уехать. Или не так? Зачем мы будем врать друг другу, Игорь? Я не могу поверить, что ты действительно не понимал этого. Я понимал. Больше скажу. Когда ты подал заявление, я сам не знаю как, но снова стал по-доброму к тебе относиться. Потому что это серьезно. И потому что это нелегко тебе было сделать. Но потом, после бюро, ты повел себя очень странно. Я обиделся. Очень сильно обиделся. Мы, кажется, говорим о деле. Жигалин. Ты будто забыл, что на Жигалине замыкаются рудники. Кто ж согласится оголить основное производство? Кто пошлет сюда Жигалина? Все твои сверхидеальные предложения были неприемлемы. Этим, видимо, ты и решил воспользоваться. Но все твои предложения теперь не в счет. Ты у нас уже не работаешь. А мы должны думать о будущем. Я должен понять, что здесь происходит. Вызови Яранцева. Мне с ним говорить не о чем. Хватку твою знаю. Заставить, пожалуй, сможешь. Но помни, начальником управления он не будет. Ты же сам на него согласился. Сам. Да. Проявил слабость. Сейчас разберемся.
Он убедит его, Сергей. Посмотрим. Он его просто сломает. Посмотрим. Я теперь не уступлю ему ничего. Жаль, что он только не понимает этого. Вот здесь должны работать те, кто умеет анализировать, думать, требовать и доказывать. Он просто ослеп от своей подозрительности. Скажи, если снабжение выдает металл и комплектный, где потери времени? В промышленности. А где потери металла? В промышленности. А где повышение себестоимости? В промышленности. Лида, это маленький, ничтожный пример. Мы – первая технологическая позиция. Мы прямую влияем на производительность, на качество. Если мы хотим работать четко и ритмично, без нас невозможно. Почему я должен отдать это выстраданное дело в чьи-то слабые руки? Попробуй уволить директора завода. Зубы сломаешь. А попробуй убрать снабженца. Пожалуйста. Где же логика? Ищи. Есть невежество. Чванство. Мы в стране труда сами воспитываем неуважение к людям труда. Продавец, кладовщик, экспедитор, кассир. А ты в любом городе хорошего повара днем с огнем не ищи. Кто мы? Паре. Я профессионал, Лида. Я не люблю деклараций. Декларация о якобы существующем уважении к моему труду меня оскорбляют. Моя бабка, проживающая в Клину, никогда не знала, что такое баржа, а я командую флотом. Я руковожу миллиардными перевозками. В моем штате 5000 человек. И я научился отвечать за них. Я готов получить пинок взад, но только на моих условиях. Здесь должны работать организаторы, понимающие, что такое запас. И что такое качественный запас. И что такое планирование резервов. И что такое управление резервами. Я прожил в этом кабинете прекрасную жизнь, Лида. Для меня это живое, трепетное дело. О, как мы все похожи, Сергей. Ты чего похож? Знаешь, о чем я недавно подумала? Лучшее, что было в моей жизни, осталось в Матаранке. И не повторится. Было хорошо. Ничего не надо было решать. Двадцать два мне было, когда я сошла по трапу и увидела тебя.
Я тогда вообще ни о чем не думала. Господи, о чем думать? Все впереди. Наверное, это самое лучшее, самое прекрасное и безответственное занятие — думать о том, что впереди, и не думать о том, что происходит с нами сейчас. И все было в первый раз. Первый раз спирту выпила, первый раз строганинка, первый раз на собачках, на вездеходе, в Ланпорт полетела, на медвежьем северное сияние увидела. И на полу в бригадах спала, и в аэропорту сутками дохла. Все говорят ВПП. Временное повреждение пути. Потом говорят ВПУ. Временные погодные условия. Я потом всю жизнь летала. И всегда были какие-нибудь условия. В командировок этих усохла, ревела. А сейчас, кажется, лучше той жизни не было. Ты где в марте был? В столице. Так почему-то и думала. А в апреле? В санатории. Звонила? Нет. Марте уже не звонила. Научилась не звонить. Наши разговоры по телефону были прекрасны. Ты говорил «да», «нет» и молчал. Долго. Слышал, что я плачу. И тебе хотелось повесить трубку. Верно? Верно. Но ты жалел меня. И у тебя не хватало сил прервать разговор. Да? Я просто не понимал, о чем еще говорить. Думаешь, я понимала? Как ты сейчас живешь? Плохо, Сергей. Ты говорила, он обещал все забыть. Он не виноват, Сергей. Он не может. Он мой брат. У него печень больная. Он глотает аллахол, но основательно не лечится. Дураки мы были, вот что скажу. Самые настоящие дураки. Не надо было никаких окончательных решений. Пусть бы все шло, как шло, раз иначе не умеем. Разве ты не думал об этом? Думал. Я понимаю, ты не мог иначе, но не надо было никаких ультиматумов, Сергей. Пусть бы все тянулось. Может, я дрянь. Но скажи, разве это не было счастьем? Разве не права я? Права. Тебе год понадобился, чтобы понять это. Теперь, возможно, ты понимаешь, что вся моя осторожность, так тебя оскорблявшая, вся хитрость была совсем не хитрость. Это была какая-то гнетущая убежденность, что иначе вообще ничего не будет, что мы не сможем иначе, потому что нас с тобой съедают сомнения людей уже не молодых. Пусть мы подлые или, напротив, очень совестливые, пусть мы
ограничены или до крови, до идиотизма, преданные определенному порядку, но разве мы не имели права на счастье? Если бы я не знала тебя, я бы сказала тебе, давай начнем все сначала. Неужели это серьезно, Лида? Да. Не смотри на меня так. Знаю, что хочешь сказать. Сейчас ты мне снова скажешь «уходи». Я отвечу тебе «нет». Потому что он твой брат. Так и подумала, что запомнишь это слово. Нет, не потому. Разве не видишь? Волосы подкрашиваю. Не вижу. Нет. И это неправда. Не главное. А что есть главное? Ты. Да, Сергей, ты. Ты такой же слабый, как и я. Лида. Сейчас Игорь придет. Плевать. Был момент 2 года назад. Я твердо сказала «да». Я только маленькое условие поставила. Только уедем. Очень маленькое, Сергей. Не очень маленькое. Да, конечно, но тогда я так думала. Я сказала тебе, здесь не смогу. Подохну, не вынесу. Куда-нибудь... В Коми, в Магадан, на Камчатку. Устроимся как-нибудь. Ты мне ответил. Помню ту фразу, мне тогда как будто впервые открылись глаза. Я был рад, Лида. Да, ты был рад, но уехать не захотел. Не решился начать где-то все с самого начала. Ты мне сказал, не слишком ли это мало быть только возлюбленным 50 лет? Я не обиделась. Нет. Я даже думаю, ты был прав. Но фраза врезалась в мозг. Я вдруг ясно поняла, что если заставить тебя уехать, ты станешь ничем. Вернее, почувствуешь себя ничем. И тогда я стала думать, как сохранить то, что есть. То, что есть. Я испугалась. Вся моя решительность испарилась. Сейчас сюда придет Чанышев. Я сейчас уйду. В таком виде ты не можешь уйти. Я умоюсь. Подожди. Возьми пудру. Не возражаешь, если сейчас сюда придет Чанышев? Нет. Они там ведут сложные переговоры с Мурманском. Сейчас явится Плинер и Чанышев. Я должен тебе как-то помочь. Ты мне должен помочь? Да. Я должен тебя как-то выручать. Ты запутался в собственных решениях. А я Ранцеве-то говорил честно, извини, я погорячился.
Но нужно найти выход. Сейчас сядем на телефон и в рабочем порядке согласуем с горком. Возражений, я уверен, не будет. Кандидатура Чанышева, Бориса Георгиевича, ни для кого не новая. К тому же я переговорил с Плинером. Старик говорит, Чанышев работник динамичный, неплохо знает городское хозяйство, прекрасно изучил навигационные дела, знает, что возить морем, что рекой. У Плинера хорошая интуиция. Да. Плинер прав. Ну вот, а неделю назад ты говорил другое. Врал. Врал? Да. Врал. Плинер не все сказал. Я Бориса знаю до тонкости. Взял его сразу после института. Взял, потому что он транспортник-водник. Через год сделал начальником отдела внешних сношений. Через 3 года замом. Давал ему волю и верил. Знаю, что ты сейчас снова взовьешься, но я был убежден. Согласия он не даст. Даст. Это я уже знаю. Не верю. Не веришь, потому что не хочешь ехать. Я не стремлюсь тебя оскорбить. Наоборот, понимаю. Но надо же как-то выходить из ситуации. Нельзя же нам становиться смешными. Будем считать, с нами произошло несчастье. Теперь возник выход. Сам возник. По твоей инициативе. И Чанышев это не только что-то, ты сам подтвердил. Притом молод, рядом Плинер. Что молчишь? На Чарандайке пекарню строили. Лида, наверное, помнит. 14 лет прошло. Летал недавно туда. Само здание еще ничего, а вот пекарня вросла в землю по самой наличнике. Грустно, знаешь, стало как-то. Там, наверное, наледь была. Наверное. Подумал так, посмотрел. Пекарня в земле, а мы по ней еще ходим. Решаем свои мелкие проблемы. Не для того, подумал, мы здесь жили и строили. Все это мило, Игорь. Но не говори глупости. При чем тут глупости, Лида? Почему глупости? Есть вещи вечные. И рано или поздно перед ними надо снять шапку. Помнишь, канадцы приезжали опыт перенимать? Господин Паура, президент фирмы, обалдел от того, что ему показали. Он мне сказал, ваш город чудо. Чудо на вечной мерзлоте. Тебя не было, когда мы его возили. Мы ему показали рудники, дворец спорта, плавательный бассейн, концертный зал, театр, рестораны. На каток повезли, часов 12. Лампы дневного освещения, искусственный лед. В коридорах ребятишки едят кефир с булкой. На льду человек 100 мальчишек гоняет шайбу, куда попало. Мы объяснили, ребятам не хватает движения. В тундру открытую их не пустишь. И вот странно так бывает, через его взгляд, я вдруг почувствовал, какой у нас город. Мы вот просто жили, просто работали, вели разведку для других. И подумал вдруг, нет, братцы, не зря жили. Ну что, Сергей, остановимся на Чанышеве? Нет. Не хочешь все-таки ехать. Он хочет ехать. Лида, я не понимаю. Если вы нашли какой-то выход, что же? Но лучше об этом прямо сказать. Уезжай, Сергей. Я думаю, ты не боишься ехать.
сил у тебя еще хватит. Уезжай, Старосельский. Чанышева! Вы, Борис Георгиевич, дали согласие заменить меня. Да, предварительное. То есть? Я считал, что мы говорили основательно и серьезно. Да, мы именно так и говорили, Игорь Павлович. Но я вынужден поставить ряд условий. Какие же это условия? Вы тоже, наверное, захотите уволить меня? Это было бы слишком расточительно. Я дал бы вам оклад старшего инженера и держал бы при себе. В деньгах вы, по-моему, не нуждаетесь. Нет, в деньгах нет, нет. Ну, куда же вы хотите употребить мою зарплату? Нам необходим специалист по автоматизированным системам высокой квалификации. Я сделал бы его своим заместителем, и пусть бы он занимался только этим делом. Знаешь, Сергей, это же не глупая мысль. Это у вас что, меморандум в руках? Нет, это памятка. Я шел сюда, знал зачем. Мое первое условие. Увеличение ассигнований на строительство. У нас дефицит площадей. Мы слишком разрослись. Мы стали организацией-гигантом. И рано или поздно нам придется задуматься о какой-то децентрализации. Вы огорчили меня, Борис. Я не то говорю? Я думал, вы откажетесь. Я верю в свои силы. Это нехорошо. Вы должны были отказаться. Я понимаю, Сергей Николаевич. Нет, я понимаю. Ой, Борис, вы вынуждаете меня задать этот вонючий вопрос. Какую машину вы купили? Волгу. 24-ю? 24-ю. Черную, с радиооборудованием. Мы неоднократно говорили об этом, даже в этом кабинете, Сергей Николаевич. Я уж думал, что тема эта исчерпана. Да, Борис, будь вы в том прежнем качестве, в каком вы пребывали до сих пор, я считал бы да. Прежних разговоров достаточно. Эта машина предназначалась нашей южно-сибирской конторе. Там работает до 300 человек. Я не буду останавливаться на том, как Борису Георгиевичу удалось в Москве оформить наряд на себя. Я разобрался в этой несложной технике. Это не уголовное дело и даже не должностное преступление. А вы, Борис Георгиевич, выхлопотали себе незаконную санкцию. А в нашем деле, Игорь, нужны люди смелые, но чистые. Я убежден, Сергей Николаевич. В чем, Борис? Везде нужны люди, преданные делу. Вы говорите о преданности. И употребляете этого слова в суе. Вы говорите о порядочности. Вот здесь все преданы. Но что такое преданность без порядочности? Мне 50 лет, и я знаю, что это такое. Вы молоды, это очень страшно, преданность, беспорядочность. Мы не выносили ссор из избы. Мы хлопочем в южно-сибирской конторе сейчас другую машину. Но на 24-ю жесткий лимит. Беда в том, что наши люди знают об этом. Все начальники отделов, инспекторы, да в общем, все. Они не уважают вас, Борис. Вы в глазах их умный деляга, вы не имеете права руководить ими. А ну присядьте, пожалуйста. Зачем? Я не хотел продолжать этого разговора. Но вы должны были отказаться. Человек не может руководить людьми, которые не уважают его, брезгливо относятся к нему, ибо тогда не возникает самого главного. Тогда не возникает творчества. А творчество, Борис Георгиевич, не возникает из-под палки. Оно откликается на идею, на честь, на доброту, на справедливость. А как вы будете требовать от этих людей честности?
Как вы будете требовать честности? А в ответ в глазах вы увидите иронию. И вот тогда вы окружите себя людьми, совсем не теми, которые нужны для дела. Я просил вас сесть. Утром я сказал, вы летите в Москву. Я помню. Заявки готовы, берите и отправляйтесь. Пора нам думать о будущем навигации. Возьмите с собой Прокошина, Люсю Михайловну и Топоркова. Наша задача защитить потребность комплекса сполна. Мы не должны жить критериями материка. Мы имеем право на годовой запас, а то и полуторагодовой. И в Москве во всем слушайтесь Прокошина. И не простудите его. Он боится сквозняков. Все, Борис. Ты все видел сам, Игорь. Я ничего не врал. Думаю, нам надо прощаться, мы достаточно. Надоели друг другу. Но перед этим я хотел сказать тебе пару слов. Да, ты все понял. Ты все сделаешь сам. Послушай, может быть, ты пойдешь погуляешь куда-нибудь? Конечно, я пойду погулять. Теперь я все время только и буду гулять. До самой смерти, так вот, вот только так и буду гулять. Значит так, в этой руке внучка, в этой руке внук. Нет, наоборот, в этой руке внук, в этой руке внук. Я, Игорь Павлович, уезжаю на материк и немедленно. Я заслужил отдых. В данном очень сложном положении, Александр Матвеевич, мы непременно будем вас просить. Не будете, Игорь Павлович. Если Плинер сказал, он уедет, можете считать, что он же сидит в самолете и уже просит у стюардессы пакетик, чтобы его вырвало от всего того, что здесь сейчас происходит. Я буду отдыхать. Я буду отдыхать. Я буду отдыхать. Я времени никогда не имел. Начиная с войны, так получалось в эти тревожные годы. Вот мой начальник сидел ночами, и я сидел рядом. Вот так получалось, что все умные дела решались ночью. Я не видел, как вырастал первый сын. Мне давали ордена. Давали 4 ордена, 4 медали. Значит, я не так уж плохо работал. Вот, ордена давали, а здоровье от них... Ах, я не то сказал. Нехорошо сказал. Я соврал, потому что мне грустно. Никто мне здоровье не отнимал, я сам у себя отнимал. Психовал, как все, болел за дело. Мы не умеем иначе жить. И это хорошо. По-моему, секрет долголетия в труде. Я бы сказал, в любимом труде. Тот, кто лишен этого, тот лишен счастья. Ну и аминь, пойду гулять. Это неприлично, Сергей. Женщина ждет тебя целый день. Скоро 5. Она уже со всеми переговорила. Ты прими или откажи решительно. Кстати, ничего плохого не будет, если по всесоюзному радио расскажут, что такое материально-техническое снабжение.
Если Плинер немедленно уедет, тебе придется на какое-то время задержаться. Нет, нельзя, Игорь. Знаешь, странно, я вот утром думал, вернее, хотел поговорить с тобой. А вот сейчас я не могу вспомнить о чем. Я, Игорь, попробую уговорить Плинера, а ты сделай. Да, кстати, Григорий Васильевич Жигалин довольно серьезно интересуется нашим делом. А задержаться... Но, тем не менее, спасибо тебе за эти слова. Я всегда знал, что ты человек добрый и не мелочный. У меня нет к тебе доброты. Я не про это. Тебе кажется, что ты поступаешь благородно. Но если вдуматься, некуда деться тебе. И там ты будешь один. Ни одного близкого человека не будет рядом, но мне тебя не жаль. Ты сам во всем виноват. Я пока ничего не выиграл, и, возможно, не выиграю ничего, но, может, перестану каждую ночь думать об этом и выть по-собачьи, про себя. У меня нет к тебе доброты, я не хочу тебя видеть. Я пойду. Прощай. Прощай. Игорь. Ладно, ничего. Будь здоров. Вы простите меня, Елена Савишна, я не думал, что... Не надо. Так получится. Не надо. Человеку, который несколько часов общался с вашими сотрудниками, ему уже ничего не следует объяснять. Я пришла проститься. Мне уже ничего не нужно. Здесь есть все для того, чтобы сделать 5-6 страничек. А больше мне не дадут. Я боялась, что вовсе вас не увижу. Придется ехать на аэродром. Приехали бы. Угу. Ну, противно. Тащиться электричкой, вставать в 5 утра. А я больше всего люблю спать долго-долго. Мне ваш взгляд не нравится. Мутный. Я не знаю, что вы обо мне думаете. Но хочу сказать, уважаемый, я очень рада, что мы с вами встретились. Даже если больше никогда не увидимся. Очень рада. Мне все казалось, что вы останетесь. Да, мне тоже так казалось. Коллектив собран. Вы подождите меня здесь. Идем, Саш. Не пойду. Ты иди себе на здоровье, а я не пойду. Александр Матвеевич, свяжитесь с Моторанкой. Разберите, что происходит. Слушай, Старосельский, разве ты не понял, что я уже не работаю? С вами говорит не Старосельский. С вами говорит начальник главного управления снабжения министерства. Начальник главка просит вас остаться, ну, хотя бы до конца навигации. Скоро сюда на мое место придет способный, умный, толковый человек. И вы, Александр Матвеевич, самым тщательнейшим образом ведете его в курс дела.
Ну вот, а я иду прощаться. Вернусь, доложите. Достаньте блокнот, пишите. Город наш, город молодых. Здесь живет прекрасная молодежь. Но самые интересные люди, которые живут в этом городе, это люди, которым за 50. Молодежи еще надо доказать, как далеко распространяется их терпение, энтузиазм. А старики наши всей своей жизнью доказали это. И все они удивительно молоды. А чего вы не пишете? Что вы хотите? Конфликты. Я знаю, кто сказал вам про конфликты. Ваш редактор Климов. Мы старые друзья. Ну, я знаю даже, какие ему нужны конфликты. Вегетарианские. Я ему говорил, в стране 250 миллионов. Ну, сколько наберется вегетарианцев? 0,5%. Вот для них надо писать отдельно. Им диета. Девочка моя, а вы уже получили квалификацию? В редакции говорят, что я ничего не умею, но не заштамповано, поэтому кое-что получается. Мне нравится ваша скромность. Я помогу вам. Так, материально-техническое снабжение – это предвидение, техника, индустрия, расчет до точности. Вот я вам скажу о себе. Скажите о Старосельском. Вы правы. Сейчас он прощается с коллективом. Он там улыбается, вероятно, шутит даже. Но ему не до шуток. И мне тоже. Вы правы, но не сомневайтесь. То, что говорю я, говорит он. Вы понимаете? Ну, собственные идеи я уже высказываю редко. Ну, причина... Мои идеи устаревают и кончаются. Но у меня есть мудрость оценить чужие хорошие идеи, понимаете? Таким образом, что? Его мысли, моя идеализация, я его рупор, понимаете? Я с этим считаюсь. Я его рупор. Я горжусь, что на старости лет вот мог быть рупором такого талантливого, а главное, порядочного человека. Давайте за это и выпьем. Ну? Я хочу подождать. Его можно? Не хотите. Он придет не один, понимаете? Он притащит целую кучу людей. Сегодня он ничего не успел сделать. Значит, будет много работы, разговоров. Вы понимаете, что я хочу сказать?
Будет шум, гам, крик. Это хорошо, конечно. Я пойду. Ну, всего вам доброго. Счастья вам, удачи. Все. Все. Thank you.